Вітаю, це програма «Після слова». Сьогодні в гості до нас завітав народний депутат України Кирило Нестеренко. Кирило, вітаю вас на телеканалі Д1. Дивіться, у вас є така ініціатива, от всі про неї знають. Ви берете дніпрян, садите їх в автобус і везете в харківські парки. Для чого ви це робите, на що воно вам треба? Добрий день. Ідея виникла достатньо, не можна сказати, що случайно. Многие меня, наши оппоненты, те, кто недоброжелатели, ассоциируют с тем, что я из города Харьков. Действительно, я там больше 20 лет прожил, проучился, активно занимался спортом. И все-таки сейчас, уже на данный момент, я себя отождествляю и действительно считаю, что я житель Днепра. Ну да, они кажут, что приехали тут, да. Понаехали, знаете. Да, поэтому в ответ на этот момент, знаете, я считаю, что это не минус, это огромный плюс. Потому что у меня была возможность сравнить, побыть в нескольких городах, посмотреть, как оно должно быть. Потому что многие из жителей Днепра, с которыми я общаюсь ежедневно, они рассказывают, вот в Днепре мы были, вот парк красивый. А я говорю, а есть еще красивее? Бывает красивее. Они говорят, не верим. И вот такая инициатива родилась. Я считаю, она достаточно успешно развивается. Вот, к примеру, на этих выходных уже более 600 желающих, которые будут ехать в город Харьков. А, тобто вы так сотнями возите? Уже, да. Вот на данный этап, на данный момент вот по 300 человек в день. Это инициатива каждые выходные, суббота, воскресенье. Абсолютно бесплатно, никакой политики. Все сделано для того, чтобы люди смогли сравнить действительно, как может быть. И у меня, вот знаете, такая мечта, вот, может быть, благодаря моей спортивной карьере, я не могу быть на втором месте. И, к сожалению, мы сейчас проигрываем Харькову. А мечта сделать так, чтобы Днепр опередил Харьков, и Днепр был круче. Програємо в чому? Вот как раз в направлении парков это одна из ключевых позиций, где мы сильно отстаем очень. В Харькове, когда жители Днепра едут на экскурсии, много парков они смотрят. Парк Стрелка, парк Шевченко, Зеркальная струя, парк Горького, Саджен-Яр, экопарк и... Каждый парк, он очень сильно отличается от города, но город весь зеленый, красивый. Вот знаете, там даже люди немножко по-другому настроены, больше улыбаются. И все это не из-за того, что, знаете, там люди отличаются, нет. Все из-за того, что там очень хорошая обстановка, аура, знаете, и все это исходит от мэра, я так считаю. Потому что харьковчане любят свой город. И у меня мечта, чтобы днепряне вновь полюбили свой город. Начали более, знаете так, с претензией относиться к тому, что тут не дорабатываются, откровенно не дорабатываются. Вот почему парк Шевченко, парк Глобы в Днепре никак не реконструируется. Ну вот, знаете, усилия тратятся не в том направлении. Поэтому, как пример неуважения большого, вот недавно я записывал на эту тему ролик, это прибрежный парк на Победе. Его сделали относительно недавно, в прошлом году его презентовали. Было очень много фотографий, как там ливневки не справлялись, все плавало в потопе. Ну, мы не будем в этом плане критиковать. Основная проблема в том, что сумма, за которую построили этот парк, она какая-то величезна, там. 459 миллионов гривен. И это, если вот рассчитать, территория парка 17,7 гектар. К примеру, парк Горького в Харькове, который входит в... наверное, пятерку одних из лучших парков в Европе, его строительство, реконструкция обошлась в 430 миллионов гривен. При этом площадь его, по некоторым данным, от 98 гектар до 113. Поэтому ну, вы можете понять... В 5 разов минимум. Да, меньше, максимально в каком объеме происходит наглость, вот знаете, откровенная... Я считаю, на 10% из потраченных денег был построен этот парк. Всего 300 метров в длину. Да, красиво, ничего не скажешь. Но можно же было сделать больше. Что мне в этом парке не нравится? То, что он такое ощущение, что искусственный. К тому же, к примеру, в парке Шевченко или в парке Глобы есть деревья со столетней историей. Они пышные, массивные, красивые. И это вот природная настоящая красота нашего региона. К сожалению, привезены были какие-то экзотические деревья, которые
Ну, год у нас прожили. Міська рада взагалі любить купувати якісь от, какая-то такі екзотика. Дерева, да, от якісь, коли можна посадити щось звичайне, і воно буде приносити користь. Ми щось покупаємо за багато грошей, садимо, а воно маленьке і ще має вирости через. І не факт, що приживеться. Не факт, що приживеться. Да. Тому в этом направлении я бы мечтал, чтобы все-таки мы обратили внимание на те парки, которые у нас есть. Но вместо этого не так давно на сайте городского совета Днепра появилась постанова о том, что хотят ликвидировать парк Шевченко и парк Глобы. Ну, как юридичные... Да, но вы же понимаете, это может быть определенная манипуляция. Мы же не застрахованы. Нам сегодня скажут перед выборами особенно, что ничего ликвидироваться не будет, а потом мы от этого не застрахованы. Вы думаете, что у нас взагалі парков не будет? Ну, вы же понимаете, у меня сложилось такое ощущение, что здесь приводят в порядок и обустраивают те объекты, которые приносят выгодные, приносят средства. Как пример, улица Короленко, на которой тоже очень спорная реконструкция, потому что, общаясь с автомобилистами, с таксистами, они говорят, что из-за этой реконструкции сложилась сложная теперь транспортная развязка и, ну, полностью инфраструктура вынуждена как-то находить другие возможности. Из этого складываются определенные пробки. В принципе, наш телеканал робив насправді не один сюжет про вулицю Короленко и доцільність, так би мовити, її ремонту, і там вище є певний житловий комплекс, який належить певним особам. В эти моменты я бы не хотел влазить, но я вот как еще один негативный пример расскажу по улице Яворницкого. К сожалению, знаете, вырубили деревья, настолько сейчас там пустота, и я боюсь, что судьба будет такая же, как и у Короленко. Все зальют бетоном, сделают пешеходной дорожкой. И купят какие-то дорогие платаны. Ну, основное, знаете, что в этом? То, что это реконструируется вокруг объектов коммерческих, которые там находятся. Видимо, какой-то есть определенный интерес к этому. Не для людей в первую очередь, а для какой-то собственной выгоды. Чого не зробити парк Шевченка? Чому не зробити? Це, власне, було моє наступне питання. Тобто, у нас є два старих парки, якими, в принципі, треба займатися, бо там нема що навіть говорити. Можна просто подивитися там на літній театр в парку Глоби, який, ну, фактично розвалюється. Про це наш телеканал теж робив сюжет, але ми будуємо щось деінде нове і за дорого. Поэтому я очень надеюсь, что уже этой осенью ситуация объективно поменяется, и жители, которые съездили... Будут выборы. Угу. И жители, которые ездят в Харьков на экскурсию, действительно, приезжая оттуда, у них приятное очень удивление, и они действительно понимают, чем мы хуже Харькова. И действительно, так и есть. Мы заслуживаем, жители Днепра, на то, чтобы у нас были парки лучшие в Украине, у нас были дороги лучшие в Украине. Просто в этом направлении, наконец-то, нужно действовать. И я верю, что вот общими усилиями это у нас может получиться. Зрозуміло. Але в Харкові, от ці парки, які ви називали, на жаль, в Харкові, ну, щось так сталося, що я був років 15 назад і от всієї цієї красоти, так би мовити, не застав. А скільки їх будували от, ну, по часу? Не смогу сказати так більш детально, но, к примеру, там парк Горького порядка года или полутора под Евро-2012 строился. Парк, да, 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 он очень больших масштабов. Парк Шевченко за 2 года отреконструировали. Вот. Ну, а так, все-таки, знаете, я уже себя чувствую коренным жителем Днепра и более переживаю за объекты, которые здесь. Ну, главное же начать, вы же понимаете, если мы никогда не начнем, то эти 2 года и 1,5 года никогда не наступят. К сожалению, знаете еще, в чем важность парков и почему я так это направление отстаиваю? Я состою в комитете по... в экологическом комитете Верховной Рады Украины. И у меня вот это не случайно такое событие, и почему я выбрал этот комитет. Когда была моя предвыборная кампания, я анализировал, какие моменты по городу есть слабые места, и где откровенно я смогу повлиять на ситуацию и помочь на развитие города. Днепр, к сожалению, промышленно очень загрязненный. И это ночью правда. Очень много аварийных выбросов происходит. Деревья, которые у нас растут по городу, они действительно хоть как-то спасают. Они
всю эту грязь на себя берут. Мы им должны действительно быть... Власне, чому їх і висаджували, бо в Радянському Союзі багато було чого поганого, да? Але, ну, власне, цими деревами компенсували цю всю промисловість. Да, да. Вибачте, яка у нас тут побудована ледь не з кінця 19 століття. Ну, там зараз Петровку нарешті прикрили цю домну, от, бо з нашого офісу дуже добре видно. Але якщо подивитися, знову-таки у нас 18-й поверх, і подивишся так, ну, дерев багато, але у нас люблять їх пиляти. От, поэтому... Тут важно, чтобы у нас вот у всех, знаете, была такая заряженная энергетика на то, чтобы созидать. Вот не рушить ничего. Вот деревья легче всего срубить. Оно же не скажет тебе «не руби меня». Оно вот есть, мы ему должны быть благодарны за то, что он на себя берет весь этот негатив. В парках идентичная ситуация. Вот парк Глобы, вот я вчера был там, прокатился, много тоже есть деревьев. Будут разные эксперты рассказывать. На машине ездили? По Нет, я на самокате катался. Я посмотрел на озеро, на которое выделялось порядка, кажется, 32 миллионов на очистку этого озера. Ну, там что-то потом тендеры его... повідміняли. Ну, оно в таком же состоянии, как оно будет, есть. Да. Знаете, я для себя сделал вывод, что при нынешней городской власти можно сказать спасибо и даже за это, за то, что на том месте не появилась платная парковка. Ну, потому что даже вот, знаете, прибрежный парк, его тоже могло и не быть. Поэтому мы должны вот все-таки уже объективно смотреть на вещи. И вот люди, они видят все, анализируют и однозначно сделают свой выбор, который они сделают. Зрозуміло. Ну, вы тогда, если пришли, уже расскажите, как же днепрянам потрапити в Харьков? С удовольствием треба расскажу. Треба дзвонити, писати, там, не знаю. Есть несколько способов попасть на наши бесплатные экскурсии. Самый простой – это через мои социальные сети, Нестеренко Кирилл в Фейсбуке, в Инстаграм, в Телеграме. Я там всегда оставляю практически за каждым своим постом ссылку на Google форму для бесплатной регистрации. Потом в течение этой же недели связываются наши менеджеры и уже компонуют туры, когда удобно людям, чтобы все смогли поехать. К сожалению, нельзя поехать два раза, потому что это достаточно такой проект очень серьезно затратный, и поэтому... Ну, зрозуміло, хтось може просто за ваш рахунок кататися в Харків, да, по своїх справах. Следующий способ – это мы сейчас запускаем несколько рекламных кампаний для того, кто не зарегистрирован в социальных сетях, кто может просто спокойно поехать. Также будут в печатном варианте сейчас публиковаться все ссылки, номера телефонов. Мы такой, знаете, так называемый колл-центр сейчас организовываем на базе этого, потому что спрос очень действительно велик. И мне очень нравится отклик, когда люди возвращаются. Они действительно понимают, что все-таки в Днепре за 4-5 лет практически, ну, сделалось на 5%. Да, нельзя сказать, что ничего не делалось. Особенно сейчас активно перед выборами ведутся ремонтные работы. Спасибо на этом. Я вот, знаете, во всей этой... Але коли выборы закінчаться? Ну, это уже другая история. Во всей этой истории для меня самое показательное – это то, что люди только от этого выигрывают. Поэтому мы не можем никак критиковать то, что сейчас делается. Спасибо, действительно, облагораживается город. Вот мой родной 26-й округ сейчас много по нашим совместным депутатским запросам, по активу жителей, по разным там общественным организациям были направлены запросы, сделана дорога, сделано освещение. Я считаю, что это плюс. Зрозуміло. Ну, тобто ви почули, можна з'їздити в Харків, можна подивитися на харківські парки, можна порівняти їх стан з дніпровськими і зробити певні висновки. Як і сказав пан Кирило, шукайте його в соцмережах, катайтеся, дивіться і робіть висновки. Це була програма «Після слова». Дивіться нас в телевізорі, так само дивіться нас знову-таки в соціальних мережах. Ми присутні в Фейсбуці, Інстаграмі, у нас є акаунт на Ютубі. Там можна подивитися те, що ви не встигли подивитися в ефірі. Дякую вам, Кирило, і до побачення.